Эту ночь жители 4-го микрорайона вновь встречали без отопления. Ночевать пришлось в холодных квартирах. Учреждения социальной сферы, которые здесь расположены, не работают. Пациенты психоневрологического диспансера эвакуированы в городскую больницу. Между тем, синоптики прогнозируют самую холодную ночь в году, самый холодный день в году, то есть померзнуть балаковцам еще, судя по всему, придется. А вы откуда? С садика. Из какого? 34-й. И что там? За что Чепрасов даже забыл за его? Он психушку вспомнил по телевизору, что вывезли с психушки этих людей. А за садик он забыл сказать, что садик без отопления. Завтра температура упадет в садике, детей в садик не разрешат заводить. Я там работаю, я жду. Ночь терчу, вчера целый день, сегодня. И жду, утром пришел, мы запустили. Но там ничего нет у домах, и в садике ничего нет. Рвануть ничего не рванет, он там все сброшено. Судя по тому, что рядом с местом раскопок лежит вот этот вот кусок трубы, значит, уже там заменили этот аварийный кусок трубы, но почему-то отопление до сих пор в квартиры не пустили. Ну что это такое? Вы в каком доме живете? Рядом? 97. Вот, Шевченко, 97. Вот, вся вокзальная без отопления. Как вы спасались от холода? Вот, в теплых штанах, вот лег и спал. Как? Вот отопление пустили. Где оно? Ну что это, Москва, вы зачем врете? А скажите, было ли оповещение, может быть, МЧС сообщало, что не будет отопления? Ладно, что вы какую-то глупость говорить-то, вот. МЧС. Да, вот сейчас моя звонит туда, куда-то. Вот, когда отопление? К вечеру. Она говорит, это уже вчера говорили, к вечеру. Сегодня к вечеру. И сколько вечеров? В каком месяце это будет вечер? Вот врут все, вот в наглые, врут все в наглые. Вот что хочешь. Мы, в свою очередь, тоже дозвонились на телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области. И вот какой комментарий мы получили. Единый телефон доверия, Главного управления МЧС России по Саратовской области. Здравствуйте. Добрый день. Меня Александр зовут, телеканал «Балаковский репортер». Вы не подскажете по ситуации по 4-му микрорайону отопления? В 12 часов уже будет все подано. В 12 часов? По местному времени. Дня, да? Да. Хорошо. То есть сейчас на данный момент устранена, да, уже авария? Ну, все уже устранено, постепенно она заполняется, теплоноситель, чтобы гидрорывка не было. На момент монтажа видео в 11 часов 20 минут батареи по адресу Минская, 43, оставались холодными. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал YouTube.